же исходим прежде всего из своих национальных интересов, поэтому все те, кто поступают таким образом, это перспективные партнеры для России. Мы со многими коллегами, а встреч было более 30, обсудили перспективы двусторонних отношений, где есть немало новых интересных перспективных проектов, которые мы готовы вместе с друзьями реализовывать на основе взаимной выгоды. Ну и, конечно, будем продолжать развивать взаимодействие в рамках БРИКС. Состоялась отдельная встреча министров в рамках Шанхайской организации сотрудничества, тоже была министерская встреча на полях Генеральной Ассамблеи. Была и встреча организации договора коллективной безопасности, совещание по взаимодействию мерам доверия в Азии. И, безусловно, мы рассчитываем, что все эти региональные объединения будут активно подкреплять процессы реформирования ООН, добавляя ему больше устойчивости и больше легитимности, в том числе и в рамках продолжающихся дискуссий о реформе Совета Безопасности, которую мы поддерживаем.